Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 5 декабря – самый удачный день для всех начинаний в вашей жизни. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Воскресенье 5 декабря является второй лунный день, благоприятным для всех начинаний. Ни в коем случае не позволяйте себе лениться. Проявление активности сегодня – залог вашего благополучия на протяжении всего лунного месяца. Самый пик энергии Луны наступает во второй половине дня. Это лучшее время для коллективной работы или нового проекта. В отличие от первого лунного дня, сегодня можно и нужно заниматься новыми делами и осуществлять задуманное. Однако необходимо учитывать, что так как новолуние было совсем недавно, организм еще не получил достаточно энергии, поэтому не стоит увлекаться и хвататься за все дела сразу. Такой подход не принесет ничего хорошего. Приступайте к реализации планов аккуратно, не допускайте перенапряжения. Во второй лунной сутки Вселенной предоставляет шансы воплотить в жизнь самые заветные мечты. Сила этого времени особенная, притягивающая удачу и дарящая волшебство. Однако результаты трудов сегодня зависят только от вас. Лучше всего посвятить время до полудня составлению планов, а во вторую половину дня заняться их реализацией. При этом, как бы вам ни хотелось похвастаться своими проектами, умолчите о них. Чем меньше людей будут в курсе ваших разработок, тем больше вероятность того, что все получится. Сегодня очень важно сконцентрироваться на цели, не отвлекаться на мелкие и незначительные дела. Если вы будете размениваться на мелочи, главная задумка так и останется нереализованной. Не поддавайтесь суетливости. Берясь за новый проект, уделите особенное внимание первым шагам. Не допускайте сомнений и колебаний, приступая к работе. От ваших действий будет зависеть, получите ли вы желаемый результат в будущем. Помните, малейшие сомнения приведут к краху даже самые лучшие начинания. Сосредоточьтесь на успехе и решительно двигайтесь вперед. Во второй лунный день успешно будет практически все, но наиболее эффектный результат принесут разработки и проекты, касающиеся образования. Даже если вы просто запишетесь на обучающие курсы, знания, вынесенные с обучением, будут огромные. Также успех ждет все, что связано с поездками. Чтобы вторые лунные сутки были максимально положительными, сохраняйте благоразумие и не допускайте излишнего фанатизма. Проявляйте доброту по отношению к окружающим, будьте щедры, делитесь имеющимися благами с нуждающимися. Не бойтесь тратить деньги, приобретите вещи, о которых давно мечтали. Продемонстрируйте Вселенной, что готовы к успеху и не испытываете алчности. В этот день ваш позитивный настрой открывает вам энергетические каналы и правильно поможет распределить уже имеющиеся силы. Также обратите внимание на чувства, которые вы испытываете к определенным людям. Если сегодня при одном только взгляде на человека вы ощущаете дискомфорт, будьте предельно осторожны и держитесь от него подальше. Это недоброжелатель, пытающийся вам навредить. Вас ждет успех в денежных вопросах. Чтобы привлечь успех в свою жизнь, достаточно в этот день пожертвовать небольшую любую сумму. Тем самым удача вам обеспечена. Обратите внимание на сны. Сегодня то, что вам приснилось, является подсказкой, касающейся ближайшего будущего. Рассматривайте ночные грезы как руководство к действию, но постарайтесь не принимать желаемое за действительное. Ну а по народным приметам в этот день отмечают Прокопьев день. Родившиеся 5 декабря считаются смелыми и несколько агрессивными личностями. Они не боятся идти на риск, затевать споры с теми, кто заведомо сильнее их, и выделяться из толпы. В личных отношениях часто проявляют себя непостоянными людьми и обычно не стремятся останавливаться на единственном партнере, а их талисман – турмалин. Обычно в этот период на Земле лежало уже достаточное количество снега, чтобы наши предки могли свободно передвигаться по дорогам на санях. Согласно древней примете, 5 декабря нельзя в доме подметать. Считается, что таким образом вы от себя отгоняете благополучие и везение. И также в этот день нельзя отказывать в помощи. Сколько кто будет отказывать в помощи, то ничего хорошего в ближайшем будущем не ожидается. И наоборот, отказ от помощи может негативно повлиять на ваше сегодняшнее положение. Второй лунный день не стоит проводить сложные энергозатратные обряды, а также пытаться кардинально изменить свою жизнь с помощью магии. Но зато защитные денежные ритуалы будут достаточно сильными. На привлечение удачи. Для этой практики вам понадобится простая свеча, которая есть в вашем доме.
Просто после захода солнца зажигайте эту свечку и говорите такие слова. Свечку зажигаю, ее сияние все вокруг освещаю. Пламя свечи от завистников, зла и неудач мой дом оберегает, и путь удачи в мой дом открывает. Да будет так. Говорим 3 раза. Свечку не тушим. Ее нужно оставить, чтобы полностью прогорела. Если останется огарочек, просто выбрасываем и все. На этом практика закончена. Свечка в этот день обязательно очистит ваше жилище и притянет удачу. И в этот день можно сделать простую и совершенно легкую практику, чтобы разбогатеть. Берем 2 монетки. Эти монетки оставляем на подоконнике до утра. Но перед тем, как их класть, вы должны сказать такие слова. Добро ко мне вернется, денежным прибытком обернется. Отданное на пользу пойдет, а мне во 100 крат назад придет. Истина. Говорим 3 раза. Оставляем эти монетки до утра. А на следующий день 1 монетку вы убираете в потайной кармашек своего кошелька, а другую монетку нужно обязательно отдать на благотворительность. Все, на этом практика закончена. И вот в течение следующих дней, буквально в скором времени, внимательно следите за знаками судьбы. Богатство не возникнет на ровном месте, но будет очень много возможностей и шансов, которые не стоит упускать. К примеру, вы можете найти новую работу, либо вас повысят, либо в скором времени повысят вам зарплату. Так что не упускайте свои возможности. Это очень такой простой, но действенный метод, который работает всегда. И как обычно, по традиции, перед сном каждый из вас. Перед тем, как ложиться спать, проговариваем такие слова. С этого дня моя жизнь складывается так, как я хочу. Вот повторяем 1 раз и посмотрите, что обязательно в вашей жизни будут складываться только самые лучшие и благоприятные моменты.